Всем привет, дорогие друзья, мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления вовремя, так сказать. Ну и не забывайте, что также есть в описании видео у меня ссылочки на телеграм-канал, это новостной телеграм-канал и чат, где вы можете задать вопрос и оперативно получить на этот вопрос ответ. Я же, дорогие друзья, как-то снимал давненько самый первый ролик, это еще на Galaxy Watch 4, о ТикТоке на часиках. Ну и там была одна проблемка, которую вы сейчас видите на своих экранах. Вот эти вот буквы там и так далее, там все, это все очень сильно мешало или затрудняло смотреть ТикТок. Сейчас же как бы нашел этот выход из положения. Я уже делал небольшой шорс о том, что сейчас ТикТок можно смотреть. Причем смотреть без всяких надписей, открытый экранчик. Видно, в принципе, все. Пожалуйста, вон, какой Galaxy S24 Ultra. Здесь еще один другой. Смотрите, здесь есть надпись, которую мы можем убрать. И все, и дальше у нас все идет по порядочку. Все прекрасно видно, без каких-либо проблем. Пожалуйста. Как это добиться такого результата? Это возможно с помощью плагина для ТикТока, который вы также устанавливаете на свои часики. Вот сам ТикТок, а это плагин для ТикТока. Это все я нашел на сайте FOPDA, где вы сможете его скачать. Ссылочка в описании будет обязательно. А также вы его сможете скачать, если хотите поддержать канал SV в магазинчике SV Hub. За небольшую плату. Говорю, просто для того, чтобы помочь каналу. Если же вы этого не хотите, то, пожалуйста, ссылочка в описании видео. Проходите на 4PD, там скачивайте TikTok и этот же плагин. И спокойненько себе работайте. Что значит надо в этом плагине сделать, когда вы его откроете? Вообще в этом плагине настроек много, но я вам скажу, что нужно убрать для того, чтобы именно не было никаких надписей, как в первом видосе. Так, режим не надо нам. Удалить водяной знак на видео. Отметочку вот эту вот делаете. Раз. Второе. Удалить водяной знак на картинках. Два. Дальше удалить водяной знак на GIF. Потом это мы уходим. Рекламу там и так далее и тому подобное. Самое основное это вот эти вот, которые я вам показал. Удалить водяные знаки на видео и так далее и тому подобное. Вот это поставите галочки. И у вас все прекрасно будет работать, вообще без каких-либо проблем. Смотрите, надписи нет, все видно, только название видосика. И все прекрасно работает, по крайней мере, на Galaxy Watch 6 точно. На пятых и на шестых при первом запуске, ой, вернее, на четвертых, при первом запуске будет немного лагать, но потом будет работать нормально. Далее, здесь я не смог войти в свой аккаунт. А вообще, до этого в ТикТок заходил спокойненько в свой аккаунт, но на этом не смог. Возможно, получится у вас это сделать, и вы заодно об этом напишите мне в комментариях. Как устанавливать вообще данные приложения кастомные самостоятельно? Все в описании видео, там ссылочка на пост телеграм-канала. На посту уже подробная информация, как устанавливать данные приложения с помощью смартфона или как устанавливать их с помощью ПК. Все отлично работает, прекрасно. Потом еще сделаю видосик о том, как ВКонтакте работает на наших часиках. Тоже, кстати, прикольненько работает вот именно это приложение. Клиент, он неофициальный, но тем не менее работает достаточно хорошо. Новая версия вышла, вот скачаю, еще новую версию поставлю. И все вам изображу. Ну, вам же напоминаю, вы были на канале СВ. Подписывайтесь, лайки, комментарии ваши приветствуются. А также, возможно, вы знаете какие-то крутые приложухи, которые еще не знаю я. Пожалуйста, пишите, буду рад. Пока.